Правила и порядок размещения наружной рекламы в областной столице регламентируются решением Тверской городской думы. Установка баннера, тумбы или транспаранта перетяжки требует обязательного согласования с органами местного самоуправления. Однако не все предприниматели следуют букве закона. Администрация города Твери проводит постоянные рейды, еженедельные рейды по мониторингу рекламных конструкций, выявляет самовольно установленные рекламные конструкции, выдает предписание субъектам предпринимательства, которые нарушают статью 14.37 КУАП административных правонарушений, и материалы дел перенаправляют сотрудникам полиции, которые в свою очередь привлекают субъектов к административной ответственности. На сегодняшний момент администрации выдано порядка 75 предписаний. За установку незаконной рекламной конструкции предусмотрены штрафы для граждан от 1 до 1500 рублей, для должностных лиц от 3 до 5 тысяч, для организаций от 50 до 80 тысяч. В управлении потребительского рынка и контроля отмечают, действия нарушителей подпадают не только под федеральное, но и под региональное законодательство. Хочется напомнить субъектам, которые нарушают у нас 26-ю статью 46 ЗО, это закон Тверской области об административных правонарушениях, размещая информационные материалы в местах, не предназначенные для их размещения, а именно транспарант перетяжки на ограждении вдоль автомобильных дорог, информационные материалы на опорах уличного освещения, тем самым тоже нарушают 26-ю статью и привлекаются к административной ответственности. В борьбе с незаконной уличной рекламой используются не только меры административного воздействия, но и профилактика. Уже традиционным стал конкурс по сбору несанкционированных объявлений. В нем участвуют десятки горожан. К общей цели должны стремиться все, убеждены в администрации. И муниципалитет, и сознательные жители, и добросовестные предприниматели. Только тогда удастся сделать Тверь чистым и красивым городом, а рекламный рынок современным и цивилизованным.